И берут просто прислбэк. Прислбэк, знаешь, ничего не предвещало беды, и тут выходит. Это может быть разор 3 тогда. Да, вот. Потому что до этого у него не было санстрайка, то сейчас на боксе напали, вот, боксе убили. Собственно, и то, что требовалось доказать, да, стоят герои, им на старте вроде им не так легко, но набирает просто Луна уровней, пассивка становится повыше уровнем. От Беста, хотя посмотри на самого Беста, то есть, да, фарма у Бристлбека куда побольше, но Бист свое набирает, у него 200. Посмотри на инвокера для сравнения, 1600 смида, вот тебе экзортный билд на инвокере. Ну, они сейчас убивают Инсанию. Все честно. Хорошие варды, опять же, у Сигарет, посмотри. И внизу под Т1 башенкой. Да, тут еще эпизод с убийством Инсени. Вы Бристлбека можете там как-то подвыгнать, он пойдет фармить лес, но он так просто стоит на линии. Подожди. Ладно, все, можешь не ждать. Убили Зая. У Луны такой прям большой поддержки, кроме этой квапыты, и не будет. Бист — это Бист. Бист — это не самый страшный кор. Да, вот сейчас пошли уже добивать Инсению. Я думаю, за Инсению уже вряд ли кто-то будет вписываться. Да, Сатирчик с Кабаном справляются. Не хочет рисковать. Только сейчас на Рейзера напали, а продолжение Луна прилетела, так что продолжение есть. И Квапа на месте, да, в три ульты у 5 стаками назальной жижи. Бокси. Пошел торнадо, Бокси еще подкоп, в принципе, неплохо. Хорошо расконтролили Луну, Луна в итоге попадает под метеор. Пупею не то, чтобы слишком далеко увозил, да, и Зай добивает нишу. Бокси на последнем здоровье. Что там, карапасы еще последние будут перед смертью? Нет, не будет. Квапа блинк аут. И Пупей под 6 стаками. Под 7 стаками. Под мертвый, короче. Началось, Пупей, неважно. Началось все вот так вот. Я думаю, что так и будет продолжаться. Ну, действительно, Луне архи сложно играть против этого разора. Ты как бы много не нафармил, в итоге он врывается, впивается в тебя. Как будто хотят Никса атаковать. Никс очень круто сыграл карапасами. Никс успел нажать карапасы, да, что самое важное. Правда, пальцем его все-таки добивают. Но Ватумба на месте, и сразу же серия телепортов. Еще и Зая успели забрать. Но Виверна не дает телепортироваться многим. Санстрайк подсвечивает. Нет, не доподсветил немножко. А, нет, все нормально. Все нормально, видят Сюмейла. Да, а может ворваться или нет? Никто не может ворваться, и Матумба Мэнса. Так, а Матумба сейчас дальше просто может пойти. Либо же, в идеале, конечно, отойти и пополнить ресурсы. Но, судя по всему, не получится, да. Сбивают ему Эгиду. Еще подловили Никс Ассасину, у которого есть, к слову, карапаса, но Ниша в это время находился в БКБ. Добили Жука с горем пополам. Сейчас в пупе обгрызается Инсеня. Торнадо поднимает все того же Леона теперь уже, ладно, не совсем того же. Ну так, один в один по суппортикам разменялись. Правда, птица врезалась в разора. И отличная ульта. Но и ульт Виверны хорошие. Беста здесь точно потеряют. Сумаил под колдснэпом прыгает, но все же догорает. И Ниша остается в Солянова. Его же сейчас просто релокейт раскатят. Есть. Релокейт есть у Виспа, но он, по-моему, вообще не успевает и никак. Он не поможет. Да, вообще ничего не успевает. Пупей здесь хочет его найти. Вот он его находит. И, вероятно, это как раз был... Нет, телепорт не был использован. Там релокейт ответный тоже идет под Айсайса. Микки убивает Айсайса. А Пупей тут что будет делать сейчас против этого Зая Разора? Ультимейт. А против Инсени. А против вообще всего. Они тут все сейчас. Они, они улетели, Я поэтому удивлен. Ультимейт Инсени должен был ставить на Виспа, а не на как раз Кэрри. Потому что получилось так, что вы не можете убить Виспа. И заходит Айсайс. Конечно, по скорости пуша это несопоставимо с тем, что могут предложить Ликвид сейчас. Ой, еще и Висп под торнадо подставился. Так это минус позиция у Пупея, минус лицо у Пупея. Есть байбек. Бестмастер не уходит. Бестмастер продолжает пушить. Его уже сетапит Никс. Есть танчик, туда прилетают герои. Ну, здесь, да, здесь просто убили Виверну, там убили Бестмастера. Ну, ты и знаешь, опять не забрали. Опять не забрали казарму. Доколе, доколе! Еще тогда, на старте. Поймали Никса. Да, но и Леон, кстати, тоже подставился. Поэтому Леона тоже быстро убивает. Зай все кнопки понажимал и сразу же получает Primal Roar. Ниша приходит, начинает фокусить Зая. Вот она, Виверна. Все в своему время. Но вот он и палец, который добивает сквозь Cold Embrace. Леона потеряли, но Ниша уже забирает трипл килл. Матумба Мэн здесь остается один, у него мана также имеет критический показатель, и он отходит. Ну, это же хорошо заставить Бристлбека двигаться, а не стоять и фармить 17 минут без остановки. Забирает Аегис Матумба. Ликвид хорошо разыграли этот эпизод, загоняли Биста. Ой-ой-ой, на хайграунде оказывается Бист, там пока не было обзора. Ниша неплохо дерется, Ниша хорошо сфокусил разора сейчас. Матумба, правда, в тылах спрятался, но у Матумбы запас здоровья тоже оставляет желать лучшего. Пупея, правда, сгрызают. Ниша остается тут последний, он в ледяной стеночке. Сюда. Нет, Пупей на месте.
пытается при помощи всех своих ресурсов как-то нишу вытащить. Ниша отбивается, но нет, потеряли пупе второй раз. Папа кричит, есть торнадо, от Вики качественный. Санстрак, нишу, одно хп, ниша пытается убежать, ниша. Нет, вторая сопля, но там орки. Как это вообще происходит? И просто бежать. Бежать. Матумбамен последний в рядах команды Liquid. Правда, ему тут никто ничего уже не сделает. Но очевидно. Как же они дерутся, господи, это просто великолепно было. Смотри, нет, да, его не видят. И вот он, фактор Никс Ассасина, о котором я и говорил. Они отдают. Папа даже ТП не нажимает сейчас на базу, они просто отдают. Да, ну Ниша БКБ нажал. Жука, кстати, могут сейчас забрать. Да, есть минус. Леон пожертвовал в него палец. Разора цепанули. Разор БКБ через рефрешер. И посмотри, какую... Рела увез! По луне, да, увез. В этот раз, кстати, там Квапа осталось. Квапа пытается убить Зая. Еще удар остается. Нет, сейвит! И все равно не сейвит, потому что Квапа еще и скримчик откатился. Да, и посмотри, теперь уже бьет Бристлбека. Там через 5 секунд будет Сильвер. Если Бристл задержится, его здесь что так могут подобивать. Ульт от Виверны качественный. Убивают Леона после выкупа. И также забирают Матумба. И дальше гнать их. Так как кого уже, куда там, невидимый инвокер. Он слишком далеко. Там у Secret проблема на базе, если что. Мы об этом особо не говорим с тобой, но снизу крипы под бараками, сверху крипы уже увидели Квапу и сразу же проатаковали Liquid. Напали на Айса, убили его. Зай мгновенно, рефрешер, ульт, рефрешер, все понажимал. Наоборот, ну не хотят важно. Хотят тупее взять первым. Хотят пощупать Круглого, но в ответочку залетает ультимативная от Леона. Виверна пока еще ни у кого не успела спасти в данной ситуации. Сильвер был использован. Не на Бристлбека. Нос, и его разобрались. И Ниша Никса еще добил. Байбеки нажимают Liquid, пытаются драться в этом моменте. Не хотят отпускать Secret отсюда. Но Secret убегают. И обзор, блинк у него, если что, есть. Матумбамен не угадывает с траектории. Или он хочет бить Сумаила. Ну, вообще, Сумаил должен просто блинковаться. Да, просто уйти. И все будет окей. Если что, Secret тоже хотят драться. Они тоже неподалеку. Они стараются группироваться. Ниша в невидимости. Он может сейчас из-под Сильвера. Обзора увидели. Нет! Минус Ябзор, да. Без байбека он. И Сумаил с блинка сюда зашел. Надо уходить. Сумаилу, блин, там одна секунда. Эбиса Луматумбы. Надо об этом прекрасно помнить. И Матумба побежал. Его. Матумба побежал. Сумаила приподнимают. И линку сбили. Минус под Хексом. Сумаил там. И Сумаил, вернее, и Хекс, и Эбисал. Что угодно в линку. Вот он момент. Самый важный смог в игре. Так, Ябзор немного подставился. Спрятался в невидимость, но его находят, да. Минус Ябзор. Выкуп у этого парня есть. Да, и Матумба продолжает демонтировать. Ну, слушай, так да, нормально купили. Бьют. Ну, там квопочка еще. А что, в спинку-то дунем на Матумбамена? Нет, не захотела. Квапа. И Зой пошел, и фрешер нажал. Высасывает урон, бьет Пупея. При этом Пупея улетает. Ниша под БКБ. Остался без поддержки. Убивает, тем не менее, Зая. Матумбамен врывается, убивает Ябзора. Залетает торнадо. Ниша. Ультимейт пытается отбиться. И Пупей помогает на этот раз, убивает Матумбу первый забили. Раз. Матумбу забили, да-да-да, потеряли также Никс Ассасина. Квапа с Соник Вейвом сдувает Жука. Сумаил гонится за Микки, но у Микки есть рефрешер. На разворотике сразу же Хекс, при том, что Лотус был на Сумаиле, кажется. Ну, БКБ но БКБ, да, но БКБ спасло инвокера. И довольно быстро забирают его, пошла разведка инвокером. А Рошан почти мертвый. Да, а кто заберет? Ниша в итоге забирает, а он еще и с рапиркой, он же сейчас тут всех поубивает! Он убьет всех, Виверна спасает Матумбамена. Да, теряют Бестмастера, Заю Линкенсферу сбили, нажимает, он также был Кингбар, переключается на Пупея, перепрыгивает просто-напросто на него. Да, посмотри, еще пошла серия выкупов, может вернуться сейчас сюда Висп. Микки под Блокингбаром отстреливался от Ябзора, дальше с Сумаилом, у них ПВП, но Микки внизу на ступеньках. В инвизе, уходит! Луна. А Зай продолжает дамажить. Она нажимает рефрешер, но получает Эбисал и умирает. Ниша не успел нажать, он Блэйкинг Бар. Он, скорее всего, не успел откатиться после перекладывания из гиды. Микки все-таки убили, но он тоже с баем еле живой. Или он пытается уйти? Нет, догорает, убирает. Бокси контролит двоих. Есть еще станчик, продолжение какое-то. Нет, пока Пупей живет. Пупей еще спрятался. Еще одна рапира. Мчится сюда Луна, да, но все, она все, не успевает. Все. Господи, вот в этой драке было три игрока, за которыми надо смотреть, просто Player Perspective, и как они бегут и соль сыплют за собой, это просто нереально было. Как сыграл там в этой драке Зайс Микки, как они сразу вырубили Беста, как после этого страховала Виверна, это просто супер геймплей в исполнении Liquid, браво. Это невероятная дота. Ну сейчас, ну да, но сейчас уже он получается и в Пака, и в Леона, да. Классная команда играет, то драфт приобретает вообще новые какие-то краски. Здесь, кстати, Висп,
Да, вставляется. Инсенью нашли, но он на тезере может попытаться сейчас уйти? Хотя... Не может. А, он не может, там стрела, точно. Я же забыл, что здесь фирменная связка, да. На Пупея? Пупей сейчас... не подозревает. Да-да-да, Пупей сейчас появился здесь и в итоге подставляется. Курьера он забрать не успел. И это, ну, скорее всего, ну, уже не ФБ, да, получается, это уже да. Вторая кровь. Но все же фраг для Инсении. Шел стоять сначала в соло, но он разменивался неплохо как раз с Айс-Айс-Айсом. Очень выгодно. У Айс-Айс-Айса серьезная неприятность, он просто умрет сейчас. Он просто под крипами умирает, дрался. Да. Так, Мирана так-то тоже, если что, она со стрелой. А это значит, что сейчас будет подкоп. А это значит, что сейчас будет фраг. Какой же ужас. Это значит, что два фрага на нижней делают ликвид. Ну вот на этой части карты не удастся руну забрать у Эдспириту. А она появляется снизу, поэтому можно контратаковать. Залетает стрела. Старшторм. Микки пытается отойти, и это ему удается. Да, бокси, скорее всего, здесь заберут. Но у него еще подкоп есть. Если попадет по двоим, классно. Не-не, там классно сыграл Сумел. О, погоди, да тут Инсения! Инсения! Бокси шел уже умирать, динается, если да, что. Да. Но Инсения его спасает. Бокси в итоге меняет траекторию. За Сумаилом теперь погоня, но Сумаил ботлами как-то отпивается. Инсения. Застрял Инсения. Застрял малость. Тут Хекс. Подкопчик есть, нет. Маны я вижу мало, но там может и хватать буквально на полшишечки. И крипы подошли. И крипы подошли, но тут астрал степ. А там рейндропы! Сюда, что говорит Бокси! Творится? Рейндропы спасают Леона! Миди остается фармить Void Spirit. А там драка начинается, и Айс-Айс-Айс в целом неплохо действует. Инсения по-прежнему не умирает, вот только сейчас он скончался. Далее дело за Матумбаменом. И вот так ну, надо им развардить. Да, они уже пингуют, но, кстати, вард не там, куда они пингуют. Они думали на холме. Гуглирование. Айс-Айс-Айс. Опа, а вот это вот неприятность небольшая, то, что такой маленький статик линк получился. Да, потому и в итоге что... Матумбамен немного урона имеет. Подкоп Бокси тоже мимо, но убивает все равно под Ревейдж. Да, добивает Айс-Айс-Айса и Пупея. Ревейдж был классный, он отзонил по итогу и обзора с нишей. А посмотри-ка на Сумаила. Дальше драться, да. Матумбамен тоже умирает. Сумаил пошел второго, добил, им оказался Бокси. Микки на арбе отпрыгивает. Микки будем доверять. Микки парень у нас крепкий. Ревейдж. И Койл, да, успел. Койл красиво, да, Сумаила тут забрали, разыграли. Четко сразу Хекс. А Марс-то чего прилетел? Ну, помогать он прилетел. Кстати, Бэйн хороший сон. Айс-Айс-Айс ставит арену, нажимает армлет. Выходит из своей собственной арены. Получает пак стрелу, но там Ио. Ио все это время спокойненько лечит людей. Правда, сейчас подставляется Микки. И за 375 монеточек его уничтожают. До Бокси малость Айс-Айс-Айс не дотянулся. Купей просто в этой игре. Тут ну, только если упор. А, вот Хекс есть. И Ревич в упор. Ну там Купей опять всех спасает. Да ладно, Ниша разворачивается, но Рейзер уже высосал достаточно много урона. Рейзер страдает, сдувает его Айс-Айс-Айс. Ох уж Клементушка. Здесь, конечно, надо что и его, творит? И Айс-Айс-Айса поблагодарить, потому что эти два героя контратаковали превосходно. И арена была поставлена, что не дало нормально продолжить атаку Леону. Леон сразу там скончался. И, конечно, подсейв от Бэйна. И сразу ультимейт по Разору. Ну, Пларка оторвалась, то есть эта игра немножко отличается. Она прям сильно оторвалась, она создает большую разницу. Но саппорт — это всегда богаче у Сигрид. Потому что там Dream Coil только что был использован на Бэйна. Вообще на Бэйна прилично кнопок потратили. Там остается пак еще в эпицентре событий. Он тут по-прежнему быкует. И Микки успел отойти. Ревейдж буквально краешком намеревался использовать Зай, чтобы цепануть нишу Айс-Айс-Айса, но те прожали своевременно Блэкинг Бар. Микки отпрыгнул в сторону. Еще одна гашеточка пошла. Ниша. Но там есть рефракшн, конечно же. Айс-Айс-Айс очень плотный. Его вообще не могут пробить. Посмотри, он прям прет вперед. У него дизоль. Он делает больно. И только Зая тут оставили, да, он нажимает телепорт, но, наверное, ему не дадут улететь. Тут, кстати, интересное нападение может получиться. А, нет, Бокси! Ну, ладно, там... Подожди-ка, тут Ревейдж! Ревейдж! Ревейдж феноменальный! Подожди, Ниша пытается драться, и Ниша неплохо дерется, я тебе скажу. Ниша остается в соло, но поверь, это не так страшно. Он очень сильный, он будет гнать еще и Микки. Микки разбивает ловушку. Они пытаются темпларку поймать, там уже позиции выбирает пак себе, может успеет даже. Ну, да, сбивает! Успел! Что, Dream Coil на миллион долларов? Спрятались, и они убьют ее. Нет, это минус темпларка. И это Рошан? И это Рошан. 95 секунд не будет, да, нет бэбэка. Выкупа. Все сейчас складывается для Liquid, хотел я сказать, но там пака поймали! Перехвалили. Ответочка, ответочка есть. И Тайт подставляется, все подставляются. Ну хотя погоди-ка, там Айс-Айс-Айс немного поторопился. Он в итоге сейчас накормит Матумбамена, пак может нажать выкуп. Рефрешер приехал, по-моему. Возможно.
Он в бэкпеке! Пак сейчас прилетит, понимаешь? И это главный головняк. Да, Айс надо догонять, надо стараться, его в соло должен убивать. Нет, играет рамлетом Айс, залетает ремнант, Айс все-таки погибает. И приехал рефрешер Заю, у него откатывается его ревейдж. Может быть Ио, да, Ио, да, да. Вот он с шардом. Ио дали на станчик, поймали Бокси, неужели снова байтит? На этот раз, кажется, нет. Хотя, может, и байтит? Может, и байтит. У Зая два ревейджа есть, если что. Он первый выдал. Надо. Первый не очень удачный был. И там нет вардов, нет вообще ничего. Зай спасает Пака, конечно, но, возможно, это провал для Liquid, потому что их начинают сильно избивать. Да, Матумба умирает, теряет Эгиду. Но они сильно провалились здесь. Тактика байта, она этим и плоха, что рано или поздно тебя могут наказать. Знаешь вообще, что случилось? Смотри. Вот сейчас. Вот, дасты были. Пара БКБшек. Напали на Пупея. А Пупей говорит, ребятки, давайте я разыграю сейчас вот таким незамысловатым образом. Не, это а тут ISS вырубает саппортом соло. Это просто конечное. Это просто конечное. Инсейния Гастом пытается жить, присасывается к Заю. Там Сумаил сейчас всех догонит и остановит, конечно же. Ну, почти получилось, но это не важно. Там ниша всех поубивает. Да, и надо делать мега крипов. Пока, смотри, минус Линка, но Марс уже ничего не делает. Оу! Больно. Однако. Бокси вообще далеко не лучшую игру проводит. Тут еще и такая оплеуха прилетает. Не-не-не, это ГГ. Это не, ГГ. Слишком сильно. Тут нельзя было ту драку никак проводить. Нельзя было столько отдавать секрет. Они так... Игра и так была по тонкому льду от Liquid. Они вот реально... На камбэках там разыграли момент, они классно сыграли с этим баем Пака, подставились, там пару раз забайтили, все было четко, но как только они одну площадь запустили, серьезную, секрет сразу наказали и не отпустили карту, ну и 1-1. Берут биста. Так, стоп. А, селедка керри получается? О, это мне нравится. Селедка с момом, по идее, да? Селедка керри. Да, селедка керри, кункомит и бисфлоп. Он понимает, что у шторма, наверное, маны нет, но еще пытается сохранить ее для Мики. Это... Что? А что это было? В боксе вообще какая-то странная история с рунами. Я помню Земелю от него, который запрыгивал и не забрал. Умирает Бокси. Опять умирает. Тут, правда, могут Шторм Спирита убить. Но Ио прям изо всех сил старался. И обзор, и Пупей. Все на месте, все лечат Сумаила и не оставляют шансов его забрать. Да, под башней прям будет умирать Слардар. Сумаил там еще под щитом хороший подвышку задорнул. Получился, конечно, от Мики, но урона не хватает. Так банально, но так неприятно. За Инсейнией гонится Айс. Ему говорят, давай немножко осторожнее, он разворачивается. У нас параллельно два момента. Носителя. Поймали Дума. Там ультимейт от Инсейнии. Релокейт не успевает остановить Инсейнию. Матумба Мэн еще и Виспа будет бить сейчас. Потому что, ну, вообще, Сумаил помогает. Виспу бы поаккуратнее здесь действовать, да. Понятно, что Сумаил улетит. Крест! Крест! Нет! Сумаил улетает на всю ману. У него еще соул-ринг, поэтому мана оказалась чуть больше, чем вся. Гонятся. Как же они хотят его убить? И достает все-таки тайтбрингером Мики. Получилось, да. Крест Пупе. А Пупе, кстати, без ульты. Это же знают. Liquid. Вот об этом я и говорил, когда быстро будут рассыпаться. Так, тут а уже тут все влили одновременно. Да, и в Шторм Спирита пошел контроль. Сумаил снимает Пупей. Пупей уже на месте, но могут потерять Ио. Да, минус Ябзор. Зая в ответку забирают секрет. Сумаил еще Инсейнию поймал. Далеко пошел стрела! Сумаил. Стрела. А, никто бить не будет, там слишком страшно. Но она больше Инсейнию спасла, эта стрела. Очень здорово. И остальные команды. Шторм полетел. Поймал стан. Да, но пока уходит. Нет! Он попал в финсгрип! А как бы его спасти? Тут Дум великолепно запрыгивает! Есть Дум по Слардару. Нет, Рошана там никто там не бьет. Там увез Шторма на базу. И скоро надо вернется, возвращаться. Скоро вернется. Там корабль едет. Айс. Акула его съедает. За Бокси в погоню. Сумаил отправился. Растратил при этом процентов 80 своей маны. Пока один в один. Но тут приходит Бестмастер, есть торрент, неплохой, нишу пытаются вытащить, там Матумба со спины вошел в Виспа! И все, конечно. А как нишу остановить? Ниша расстреливает, байбек от Беста, надо там возвращаться. Матумба еще разок сейчас прыгнет, вот как его можно будет остановить. Подходит Зай, есть торрент, есть Primal Roar, Пупей на месте. Да, успевает снять Primal Roar, но еще сон от Инсени. Там Айс также на помощь к своему Шадуфинду подтягивается, Сумаил на месте. Какие дичайшие размены! Трипл килл Ниша уже оформил, прежде чем погиб.
но все же теряют еще и Айса, который был, к слову, после выкупа. Шикарный момент, шикарная драка, не устояли, Secret. А нет, там птица прилетела, все, теперь все все видели. Инсеня со спины, сон, стрела. Пупей пока с себя ничего не снимает, но там селедка напала. Пупей. Поймали, а поймали! Кого-то вы спасти! Здесь спасают, и Ниша ультит, посмотри, как много урона сейчас будет. Да, и посмотри, там селедку отзонили, на Кунку тоже повесили Дум. И Матумба дерется, конечно же, как лев. Релокейт. Уехали на базу, пополнили ману, сейчас вернутся. Пупей, так. Хотят его сразу поймать за это, но нет, не получается быстро. Не понял. Матумбамен. А Матумбамен... У него еще 3 секунды. 3 секунды, он очень хотел потерять, сейчас закончится. 1 секунда, какие тайминги! Да, и Матумба увозит. Теряет эгиду. Я обзор увозит СФ, он до сих пор под контролем, он живет. Там что, пошел убивать Слардара? Раз, два, прыжок, но в БКХ Матумбамен! Нет, не хватает урона. Кунка, можно Кунку убить хотя бы. У Сумаила, да, будет мана, он успеет прыгнуть. Праймал Рор не поможет здесь Кунычу никак. Стрела? Да тоже не поможет, БКБ успел нажать Сумаил. Я не до конца тут понял Liquid, если честно. Но совсем мало времени было на Аиге, и это же понимали Secret. Конечно, у них же там тайминги до секунды соблюдены. Они же перестали его бить, как раз, понимая, что сейчас Аиге закончится, и можно будет продолжить. Инсейнию тоже поймали, ошибается Liquid. Они хотят сбивать ТПшки, снизу спидпуш идет, Ниша да, СФ уходит. Они поймали, убили просто Сумаила, и надо бежать пока что. Там сбивают ТПшки, посмотрите, там не могут... СФ они ТП. Не могут вернуться сейчас. Да, они реально не могут вернуться. СФ уже сбили телепорт, что? Если я не ошибаюсь. И они сейчас ломают сторону. Что творят эти Liquid, ребята? Это просто фантастика. Прилетает Висп на ТП, прилетает, но он один, одинешник. Они его убьют просто сейчас. Они его за полсекунды какой сотрут. Какой провал! И это минус сторона у Secret. Господи, это лучшее, что было в этом DPC пока что. Это 100% в Европе. Это супер плей, это браво. Охренеть. Стать катастрофой. На этом вообще просто можно атаковать героев, но там пока атакуют Кунку. Кунычу атакуют, он на кресте возвращается, но его и так догоняют. И вард до сих пор стоит, Роман. Сейчас Liquid провалится. Они просто бегают по варду втроем. Да, они прям под вардом там тусуются уже какую минуту. Могут две стороны потерять сейчас Liquid. Мирану зацепили, прыгает Слардор. У него как раз подстака, но была тычка с руки! Главное не умереть! Он умирает! Он умирает, но тут Бейн. С брейнсапом, ой, господи, финсгриппом, конечно же, но это жесть, господа. Это Бист даже не ведет. Не шелохнулся Бистмастер, он понимает, что да, мы нам сломали сторону, но мы уже до этого сломали сторону. Там Бистмастер перехватил Курьера, запрыгивает в боксе, сразу же небольшой подсейв, стрела пошла. Матумбамен на полных скоростях пытается стереть этого СФ, не дать ему нажать одной кнопки, и у него получается это сделать. Ты посмотри на эту скорость атаки, он закапывает одного героя за другим. Еще есть Лизарин Краш, раз, два, три удара! Сюда, говорит Матумбамен! Там СМ с байбека, там Дум с байбека. Дум да улетит! Это не важно! Подожди, сейчас же. Что? Висп? Они уже всех убили! Подожди, подожди, подожди. Тут что-то нет, не там... планируется. Да, виспа тут тоже потеряют. Дело в том, что просто там же были байбеки с предлогом, что, возможно, мы сейчас на релокейте с виспом вернемся. Как будто. Сразу в таверну можно было бы. Да, только в таверну, потому что аванпост не был захвачен, верхний. Если что, и сам стоял рядом. Там начинается ловля. Купея подловили. Стрела. Подходит Микки. Тычка. Матумба убил. Просто убил Абадона, у которого выкупа, к слову, нет. И 500 монет еще ему до выкупа. Сам поймал Doom, Слардар. Есть Primal Roar. Есть еще Refresher. Есть Refresher Shard. Зай второй выдает Primal в Shadowfiend'а. Но Shadowfiend живет. А вот у Матумбы с этим большие проблемы. Да, Матумба нет, но тем не менее. Там же Микки подключается. Делает 3 фрага. И полетел Шторм. Шторм летит на всю ману. Шторм прилетает. Будет убивать Зая. Пытаться. Ниша поможет. Торрент хороший от Микки. И Матумба уже здесь. Он вернулся после выкупа. И дохоронил. Игроков Secret реально похожи на ГГ. Респект Бокси, кстати, в этой драке. Он набросил очень своевременно Этериал. Под Думом находился Слардар. В него прыгнул Шторм. И хотел продолжать его бить, но Этериал от Бокси очень помог в этом эпизоде. И даже где-то немножко обидно за Secret, потому что парни тоже бой классный дали. Но это Liquid. Это Liquid, господа. Глифа нет. СФу кнопки нажимать не дают. ГГ. Я в восхищении. Я в восхищении. Я просто аплодирую. Я не знаю, это очень круто.